Праздничный концерт «Кран елем Казахстан», посвященный Дню Республики, состоялся на центральной площади областного центра. На сцене звучали песни о патриотизме, классическая и современная музыка. Наша съемочная группа побывала на торжестве. В целом, участниками праздничного концерта стали и североказахстанские артисты, и приглашенная столичная группа 91. В их исполнении на сцене прозвучали различные музыкальные произведения на любой вкус и цвет, от патриотических песен до джазовых композиций. Казахстан, Республика, Сукунимен. Прежде всего, поздравляю всех с Днем Республики Казахстан. Этот концерт дарим всем североказахстанцам. Группа 91 также принимает участие. Мы рады, что они откликнулись на приглашение и приехали, чтобы выступить на нашей сцене. 91 значит 91-й казахстанский бойсбэнд. Дебютировал на сцене в 2015 году и сразу завоевал сердца поклонников этого музыкального направления. А именно, группа исполняет свои песни в стиле поп-рэпа. Сегодня оно наиболее популярно среди тинейджеров, и поэтому выступление ребят на центральной площади Петропавловска вызвало немалый ажиотаж. Сегодня пришел посмотреть концерт по случаю Дня Республики. Все веселятся. Поздравляю жителей города с праздником. Поздравляю жителей Петропавловска, которые собрались здесь. Хочу поздравить всех казахстанцев с этим праздником. Всех граждан Казахстана поздравляем с этим прекрасным, чудесным праздником. Желаем, чтобы у всех было здоровье и чтобы у них всегда было благополучие в семье. Чтобы Казахстан был хорошим, любящим городом. А еще он был добрым. Кстати, это уже второй визит столичного коллектива в областной центр. Словом, полюбились они местным слушателям. И на этот раз зрителей на площади собралось огромное количество. Помимо концерта «Кран Элим Казахстан» в областном центре ко Дню Республики состоялись и другие праздничные мероприятия. Елена Горбань, Айнур Досан, Адиль Нуржанов, служба новостей.